пластинку смени. Черт, давай быстрее, ну! Бабки где? Какие бабки? За картину. Где деньги? Черт, нету? В смысле нету? Сумка где? Эпсилен. Я их там оставил. Ты придурок, что ли? Да все из-за тебя, блин. Я их там оставил. Где там? Да на заправке. Побазарили. Я жду. Нету денег. Пацан. Серьезно говорю, нету. Где деньги, племянница? Я не знаю. Тихо, тихо, тихо. Деньги. В багажнике. Где? Под запаской. Где под запаской? Слева, справа. Ты что? Ты что, а? Отпусти ее! Брось ствол, пацан, я не шучу. Отдаешь бабки, и мы расходимся. Или я ее грохну? А я его! Касик, не надо, Касик, не надо, Касик! Кидай ствол, пацан. Я считаю до трех и бью девку. Раз. Два. Молодец. Ну, где деньги? Здесь. Вот они. Давай. Видишь, какой? Нашел себе давалку. Сначала ее отпусти. Тихо. Сюда иди. Ну. Оружие на землю! Уголовный розыск! Что случилось? Заносите. Пашка, алло. Это что такое? Здрасте. Здрасте. Вы куда его? Он ранен. Лера, ты что творишь? У меня тут что?
Ему врач нужен. А я при чем? Я что, Айболит, что ли? Забирайте его сюда. Не-не-не, не хватало мне тут еще. Тогда Витя умрет. Да это на здоровье. Кто? Дульдер, ты что, слепой? В него из пистолета попали. Да, дядь Миша. Кто ты? Ты что творишь, Лерка? Яков Аронович дома? Кто? Михаил Маркович. А, спит, а что? Разбудите. Осторожно. Что это? Вот, все, что осталось. Не все профил. А мог бы. Свет. В лопатку. Повыше легкого. А в лопатку, поэтому и пуля не вышла. Так. Легкая целая. Не задета. Дай водки. Шо? Водки дай, говорю. Да на. На, залейся. Давай. Хорошо, молодость вспоминаю. Зря ты, Витя, очухался. Витя, Витечка. Это глубоко паскуда, а? Ароныч, он жить будет? Ну, если не помрете. Там шприцы завалялись. Что? И в холодильнике две ампулы пенициллина. Какого пенициллина? Да какого-какого? Какого им с «Динамо» в том году от трипера колов? Мог бы при всех не говорить. Что вы такого хоть натворили, скажи? Дядь Миш, давай потом. Я через Лерку. Ладно, партизан. Пойду посмотрю, как Короныч майора домучает. Не каждый день такая радость. Дядь Миш. Можно я с вашей машины номера Андулера тачку прикручу? Чтобы без палева. С утра ехать. Крути. Какое у меня ключей нет. Эй, Чавелла, пошли в хату. Кино досмотрим. Думаете, это вам шутки шутить? Элементарный аппендикс.
а не дай бог проводение кишок. Это вам ополосную операцию на хип-хоп не сделаешь. Вы как? Не понял пока. Сядь. Ты к Лерке опять прибился. Еще и с барышней. Так получилось. Вы откуда взялись вообще? Оттуда. Я как вас у Костела увидел, глазам своим не поверил. Я ж там Лерку с Греком ждал. Первый, всем отбой, как понял. Причина. Клиенты левые. Принял. Всем отбой. Вас понял, третий. Отбой. Я ведь знал, что Грек рано или поздно попытается картинку толкнуть. А тут хлопцы Солевого позвонили. Говорят, кранах не по вашему делу проходит. А за ним покупатель аж из Польши едет. Но я в машину прыгнул. Все, думаю, Жора, спекся ты. Деньги на заправке нашли. Ты в багажник лазил? Я за вами полз. Видел? Вы как с заправки рванули. Смотрю, сумка. И глянул внутрь. Мама дорогая. Ты бы лучше не трогал их. Не могу. Чтоб ты знал. Сейчас у меня к тебе вопросов нет. Не надо, чтоб появлялись. Нормально все будет. Ну, Белый, иди ко мне. А почему ей можно, Паш? Доброе утро. Потому что она нужна. Из-за нее же все. А ей не нужна? Я деньги отвезу и вернусь. Давай, одевайся и домой. Я все закончу и приеду. Почему мне нельзя с вами? Нельзя. Как хочешь. Лиль, ну, у нас же свадьба завтра. Ты подготовься, а я приеду. Какая свадьба? Наша. Ну что ты? Я же тебя... Опасный.
кусается. Дядь Миша. Да езжай, все нормально будет. Давай, погнали. Михаил Маркович? Я не поняла, а что тут-то? Грек сказал здесь. Смотри, если мы к цыганам с бабками приедем, они нас в погребе и прикопают. А тут народу миллион, они не дернутся. А-а-а. Короче, привозят Грека, даем валюту и разбегаемся. Угу. Катанчик с малинкой, да? Ты поосторожней там. Ничего себе, Виктор Капут. Мне, наверное, банк взяли. Роныч, ты меня опять сбил. Так, 15 штук. Это сколько наших будет? Ну, на наши, если по трояку, 45 примерно. Ёшкин кот. А где все? Там курят. Угу. Я что-то не поняла. А что ты тут делаешь? Я сегодня вовремя. Ну, так тебя спасать прибежала. А ты уже капитан. Загранку собираешься? Почти. Я же тебе говорю, он никому не верит. Самый близкий кинет. Значит, Лёлика ты тоже кидал? В 73-м вышли на грузин, которые гнали из Якутии алмазы. Лёлик придумал гениальную постановку. Все по системе Станиславского, предельная достоверность. В общем, мы свое взяли. Очень хорошо взяли. И пока он отводил, я ушел с камнями и не вернулся. Вот так вот, девочка. И у старика случился инсульт. Понятно. Поэтому ты с ним возишься. Грехи замаливаешь, да? А когда я камешки проверил, трех не хватало, самых крупных. По большому счету, ради них-то мы все и затеяли. Лёлик до сих пор не колется, где они. Так что, девочка, делай всегда правильные выводы. Здесь все? Почти. Насколько почти? Минус 15 тысяч. Однако. Да, пришлось поделиться. И что, вариантов не было? Без вариантов. Тогда четверочка. А была круглая отличница. Тебе смешно?
Нас спасли, считай, всю дорогу. Кто? Дульдер. И? Соскочили, у Маланца отлеживается. Он ранен. Интересно. Тебя Пашка поехала к цыгану спасать. Там ведь никого. Ну почему никого? Сидят романы, ждут валюту. Злые, наверное. Сопенес! Где Мирча? Где деньги? Марава Диплес! Короче, выпускайте грека, поедем, а дам вам деньги! Какого грека? Да еврея, блин! Да нету еврея! Как нету? А так нету! Вы его выпустили! Ты выпустил! Что мне вам сюда уже вешаете? Нету грека, нету денег! Всё. Где деньги? Где Мирча? Эпсил, открой! Откройте дверь, я сейчас ее сломаю! Быстро! Ты там главное не нервничай! Ходил по-маленькому, погуляй по-большому! Ты обуел, команд, зачем? Открывайте! Сейчас нашу руку! А ну тишина в боксе! Не орать в реанимации! Будешь орать, я тебе гланды вырежу! Тем более, у меня сегодня рука легкая. Мирочку я давно прикормил. Ай, Беловенгеро, напродиваса. Как-то пересеклись, смотрю, хороший парень. Ай, Беловенгеро, махасеваса. Жадный, глупый. Пригодится, думаю. Ясно. И, кстати, на скупку золотом. Он свои, по-моему, рецепты набрал. Чего? Скупка? Ты и Мирча? Ну, конечно, сейчас ты ему мой адресок и подсказал, да? И Доля пообещал с картины. Очень, кстати, прилично. Ира. Ира. Послушай, я думал, сидите. Он за вами присмотрит, вы за ним. Я же не мальчик, мне с валютой по стране мотаться. Не по возрасту. Естественно, молодых под статью не жалко. Лера! Лер! Кто свободен? Поехали! Куда? По часам! Сколько? Договоримся! Ой, я к тебе бегал. Знал, что не бросишь, что все сделаешь как надо. Ну и дом цыганам, да, тоже ты подбирал. Ну а как же? Чтоб без сучка, без задоринки. Ненавижу тебя! Ненавижу тебя! А мы едем или как? Не сейчас. Вечером летим в Ленинград. Самолет 8. И все мои большие люди к Одессе, эту главу своей жизни, я хотел бы уже закончить. Тебя, кстати, тоже здесь ничего не держит. Ты же меня уволил. Нет. Просто дал возможность подумать. Ваш, Павел Васильевич, семейное счастье, вот лично я ни секунды не верю. Но чтобы ты это поняла, нужно было время. Идем. Чего встал? Садись. Сейчас. Вот так вот. Ну вот теперь пятерочка. Конечно, я же круглая отличница, Жор. Не боишься?
Земля ведь круглая. Рано или поздно столкнемся. Не-а, не боюсь. Ба. На привоз съездила, свежий бычок покупала. Спасибо. А вот вчера мы ходили на прогулку. Спасибо, Ирина Семеновна, извините. Алло? Лиля, доченька, Лиля. Да, мам. Вы куда подевались? Никуда мы не делись, просто уехали. Куда? Надо было, по делам. По каким делам? Неприятности какие? Мам, все нормально. Не ври мне. Где Паша? Паша? Да, Пашка. Здесь. Привет, передает. Да, спасибо. А как же свадьба? Да помним мы про свадьбу, мам. А время помните? Да, знаю, завтра в 11. И что, все готово у вас? Мам, я сама все отглажу. Мама, сама, все. Да? Все, я позвоню потом, алло, давай. Алло. Сотку мечавали. Прости, дядя. Он дякий, брата. Ох, оси. А кадева жукел, йоу, амаре лове, чорде. Из-за него и Миша пропал. Как пропал? Где мой сын? У Маланца. Ну, я им говорил уже. Почему у Маланца? Так получилось. Отпусти. Эй, ты опять с ней. Говорила, не надо тебе. Йофнане Банго. Йофнане Банго? А ком Банго? Что с Мирчей? Да нормально все с Мирчей. Хотите, прямо сейчас за ним поедем, ну? Пошел! Пусть этот парней и погава тут. Да никуда он не денется. Сейчас приедет. Ну прекращай. Ты что, не веришь Паше? Стрял куда-то, 100%. Да, Саль? Ну, тем более с ней. Чего? Вот именно. Вот именно с ней. Ты везешь меня? Куда? Домой. Нет. Спасибо, сама дает. Ты серьезно? Нет, шучу. Лиля. Свадьбы не будет. И
уйдите отсюда! Да успокойся ты уже! Паха, блин! Что делать? Так, спокойно. Надо сесть и подумать. Тёма. Сядь, брат. Вы чего там? Дверь откройте! Лиля, можно мы у тебя дома посидим? Сидите на здоровье, меня выпустите! Только мы тут посидим, ладно? Ирча, что ты делаешь? Какая тусля? Ай, муроча, муротня, где ты пропадал? Где тебя нашли? Что, да, делай, сын. Горилла. Ирча, пропадал. Паша, где? Я деньги привезла. Какие деньги? Те, что вы украли? Они не крали, отец. Это еврей всех обдурил. Я разобрался. Где он? Сбежал, сволочь. А она и барабанщик помогли у еврея деньги забрать. Ромалы! Тише, открывай давай! Верка! Вот смотри, отец. Я их привез. Немецкие? Да. Валюта. На наши здесь 1050. За барабанщика Маланец слово дает. Просил передать тебе поклон. Ну, выпускай. Как скажешь, отец. В общем, короче, Жору я обидела, не к цыганам. Приезжаю, там тишина, никого. Ну, я к Маланцу, забираю Мирчу и в табор. Ну, правда, ему еще денег пришлось отсыпать, чтобы не гундел. Так что теперь у нас ровно 70 кусков на кармане. 70 кусков Deutsche Mark, Пашка! Точно сейчас придет. Василий Степанович, вы меня знаете. Я... Саня, вот ты меня. Сань, ну едет дядя Вась, гонит уже. А, гонит. Лиля, он сейчас придет. Он уже сутки почти сейчас придет. Ну что ты заладила? Сутки, сутки. Успеет. Ну? И что тут опять происходит? Вася. Угу. Лиля, что случилось? Ничего не случилось. Так, а он где? Там кортеж уже приехал. Прекрасно. Может уезжать. Что? А вы что здесь делаете? Мы дядя Миш невесту сторожим. Чтоб не украли? Чтоб не сбежала. Куда сбежала? Быстрее переодевайтесь, вы же свидетели. А ты одевайся. Одевайся, я сказал. Миша. Шо Миша? Там столы на 90 персон. Ансамбль с филармонией. Настоящие, не то что эти чучелы. Там такие люди придут. Одевайся. Пап, ты что, не понял? Я никуда не поеду. Поедешь. Что она там будет делать? Позориться? А я думаю, явится. Он ведь что тебе сказал? Что приедет? Значит, приедет? Не такой он парень. Правда, Вася? Ведь приедет же, да? Должен приехать. Вот. Но если он не приедет, Вася, я его своими руками. Вася. Да я его сам.
Васечка, да вы что? А если с детем что случилось, а? Лиля, я понимаю, детка, ты нервничаешь. Мам, вы что, все с ума сошли? Куда ехать? Где жених, ау? И вообще я не хочу. Я жду, жду. Ба, скажи. А ну-ка, идите все отсюда. Давайте, давайте. Да ну вас всех! Миша, тебе что, уши заложило? Ты что, оглох? Одевай платье, поехали. Надо ехать. Не может он такого сделать. Откуда ты знаешь? Знаю. Я же ему сказала, если что, шилом проткну, и мне ничего не будет. Я ж герой-подпольщик. У меня медаль есть. Все? Приплыли? Что, тачку не могла заправить? Могла бы вообще в ней приезжать. Пойдем, а то на свадьбу свою опоздаешь. Откуда она? Не знаю. Что ж такое получается? Он во Львове был? Кто он? Грек. Да ну как бы он успел? Не знаю. Только самолетом. Приехал, окучил поляка и назад. Я не понимаю, в какой момент. Слушай, кроме вас кто-нибудь был в костеле? Не было никого. Там ремонт. Подожди, мужик на органе Баха играл. Мужик на органе Баха? Ну да. Будет с вами Господь Бог, товарищи. Организм, блин, маэстро! Он гений, понимаешь? А я у него... Все рассчитал, все продумал, кроме...
левому кругу. Нифига! Как будто мы в прошлое попали. На машине времени. Фантастика. Антинаучно. Какая фантастика. Ты смотри на себя. У тебя даже рожа так же разбита. Слушай, а может быть, опять в Ялту? Свобода, кайф, денег, куча. Куча. А? Ладно тебе. Ты подумай. Блин, точно в прошлом. Паш! Эй! Стой! Эй! Эй! Тормози! Вася. Еду. Васечка. Общий привет, товарищи! Здравствуйте! А что, Паша приехал? Артем. Так, понял. Так, все будет хорошо. Пойду пообщаюсь с молодежью. Вася? Я не понял, а чего вы так вырядились? Свадьба в Малиновке? А что у нас тут, комсомольская свадьба? Может, еще безалкогольная? На, одень, чтоб красиво было. Ара, вот от тебя не ожидал такого. Я сам не ожидал, брат. Тём, что делать будем? Я не знаю. А если и вправду не придет, что тогда? Заткнись ты. И вправду, заткнись. Ребят, ничего страшного. Напьемся без него, ресторан уже заказан. Короче, если он не приедет, я распишусь. В каком смысле? Ты чё? Так, не горячись. Его никто не видел. Им без разницы. А я распишусь за него. Харитонов. Крутая идея. Ну? Да. Пашка приедет, уже женатый. Верняк. Лиль, прикинь? Лиль! Я не пойду. Формально. Да не пойду я так. Харитонов, Виноградова. Мы здесь. Товарищи, вы следующие. Прошу в зал торжественных церемоний. Угу. Ага. Давай, прошу. И не подумаю. Цепляйся, сказал. Лиль. Так, давай, пойдем. Все за мной. Угу. Все за мной. Куда? Расписываться. С кем? Со мной. Папашечка. Тёма, это что за номера-то, а? Так, всем тихо, дядя Вась. Доверьтесь опытному руководителю с огромным стажем комсомольской работы. Пойдемте. Папа же Вася. Уважаемые врачующиеся, Харитонов Павел Васильевич и Виноградова Лилия Михайловна, у вас сегодня очень волнительный и торжественный день. Вы создаете новую ячейку нашего советского общества. Семья – это не только счастье быть рядом с любимым человеком, но это еще и огромная ответственность. С этого дня ваши сердца, дорогие наши Лилия и Павел, будут биться в унисон. Тормози! Все, пока! Паш! Да? Иди сюда. Чего? Держи. Зачем? Это подарок свадебный. Картинку я себе оставила, а это по-братски, пополам. Не надо. Уверен?
купишь себе дворец. Картинку на стену повесишь. Мы с тобой больше не увидимся. Так что без Б. А Лильке привет. Без Б. Ну так что, может, поедем покатаемся? М? Да. Полный вперед. Перед тем, как официально зарегистрировать ваш брак, я хотела бы услышать, готовы ли вы принять такое важное решение, как вступление в брак? Мы готовы. Молодой человек, в чем дело? Это я, жених. Что здесь вообще происходит? Девушка. Это он, жених. Честная комсомольская. Я худею, дорогая ориентация. Можно продолжать. Что продолжать? Ну. Я уже сбилась. Цирк какой-то, честное слово. Девушка, вы уверены? Да. В таком случае обменяйтесь кольцами. Готово. Ну и все. Объявляю вас мужем и женой. Но если вы жених, целуйте невесту. А? Да. Клево выдали. Душевно. Пава, что-то я не поняла. Это с кем делают? Танцуют? Или поют? Бабсов, да что хотите. Это рок-н-ролл. Ты моя любовь, я превращаюсь в моря. Ты меня жди, как маяк, и будет ветер, и он поднимет.
жизнью полный первый день лета. И пусть горит, дыши огнем мой лепесток, корабль прет на рифы, судьба меняет рифмы и парус в небо. И мы летим с волнами, и целый мир под нами, и выше только звезды, знаешь. Мне нравится, нравится, нравится весь этот мир. Свалим на плечи мы, станем покрепче мы, только полегче мы будем идти до конца. Я не отпущу руки, я жить научу других. Знаешь, мне жизни мало, Одесса, мама. Будет ночь, забудь слова чужих молитв. Свобода тонет в берегах, и вот выходит мы в бегах. И белый конь мой, а землю бьет подковой. Он мчится к жизни новой, и прыгай вниз. Уже не будет телеграмм, но Цезарь любит Брута. И вновь приходит утро, раскрой объятья, прими мой первый поцелуй. Знаешь, мне нравится, нравится, нравится весь этот мир. Взвалим на плечи мы, станем покрепче мы, только полегче мы будем идти до конца. Я не отпущу руки,